133 стоит. Больше забирает. Стаканчики такой. Сердечко. Кстати, прикольно. Кстати, пахнет очень вкусно. Очень цветами, прям садом. Пришла я в Леруа. Димочка у нас в садике. Картина, смотрите. Давно хотела вам показать здесь картины. Они стеклянные, сочные, яркие. Вообще офигенные. Раньше у нас с вами были картины. Были стеклянные доски. А теперь картины. Кстати, наклейки. Такие есть в этом в поликлинике нашей детской. Но они на стену клеят. 285 рублей стоит. Видите? Смотрите, какие шторы. Мне так Диме в комнату захотелось их. Обалденные. Именно такие. Представляете, здесь, оказывается, продается в Леруа даже постельное белье. И шторы вот эти вот. Я вообще в фикс-прайсе покупала, помню, собирала. А здесь даже они есть. С бусинами. 800-600 с чем-то рублей стоят. Или сборные вот. И постельное белье вон там. Разнообразные. Такие цвета прям нестандартные. Смотрите, лампы нового поколения. 400. Вот какие красивые. Красивые. Есть рыбы. Пока и жалко, потом будет если перегорит. Мыльница, смотрите, какая. 300 рублей. Янтарная. Стекло. Красиво. Под ними большие стаканчики. Вон стаканчики эти. А тут вазочка. Штучка для ватных дисков. Ванночка. Красиво, кстати. Такая же в зеленом цвете есть. Тут красный цвет. Такой гранатовый, красивый. 600 рублей. Кстати, вот этот очень красивый. Ну, конечно, да, в ванной комнате все это у вас заляпается. Наверное. Вот такие красивые. Слушайте, красота прям. Здесь смотрите какая. В советские времена напоминает. Красиво. Какая мыльница. Больница напоминает. Мне лично. А вот тут вы мыльницу вообще не отмоете. Зубочистки будете отдирать.
Ну, просто пластмассовая. Пластмассовая, кстати, красивая довольно. Смотрите, кого нашла. Кокос. Растает вот таким большим. Цветочечки. Он там смотрится красиво. Хлорус, не помню. Смотрите. Сейчас меня польют. Хорошо, что голову не помыла. Сейчас я пушистой буду. И вы тоже, кстати. Как слон. Цена, как слон. Тут вот как бамбуковые кусты. Красивые. Интересно. Кто там? Долларовое дерево за мини-указ. Видите, название. Придумал же. Поэтому цветы здесь растут хорошо. А я думаю, сухоте их держат. Видите, как перышки. Цены перышкины. Какие-то интересные, нестандартные цветы. Тут бутоны. Распустится что-то красивое скоро. Запах стоит обалденный. Особенно там около роз. А, папирусы по 200 рублей. Когда-то у меня были два папируса. Долго простояли, а потом засохли. Вот такие какие-то. Там были они подешевле, по 150 или по 100. Кактусы мои любимые. Обожаю кактусы. Такие красивые, 400. Кактус у меня был, подружка дарила. Потом умер. Через 2 месяца. Жалко так. Такие, кстати, растения очень люблю, которые под весном состоянии.